Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, я снимаю видео о бьюти-боксах, распаковках, модных находках, ASOS, влоги и так далее и тому подобное. Если вас интересует такой контент, пожалуйста, не забудьте подписаться. Мне бы это было очень приятно. Оценить это видео, досмотрев его до конца и нажав на колокольчик. Тем самым вы себе обеспечите доступ к моим видео, и Google, то есть YouTube, постоянно говорю Google, но на самом деле YouTube, будет вам напоминать, когда загружаю я от 3 до 5 видео в неделю, поэтому оставайтесь в нашей замечательной компании. Итак, сегодня Sephora, я вот сейчас не упомянула, но на самом деле я часто снимаю Sephora также, и мы в этих видео пробуем всякие разные новинки, и не только новинки, еще и, новинки для меня, так скажем. Начинаем мы всегда с парфюмов. Я обожаю парфюмы, всегда, когда у меня есть выбор, например, из каких-то сэмплов, да, кто-то выбирает, например, попробовать новый тональник, а я всегда выберу парфюм. Поэтому у нас сегодня вообще много чего попробовать, поэтому не будем долго затягивать. У нас сегодня и Benefit, и Kat Von D, и It Cosmetics, и Artist Couture. В общем, начинаем мы с бренда Prada. И вот этот такой мне пробничок пришел, прикольно, абсолютно полностью запакованный. И это знаменитейшая их туалетная вода, знаменитейший парфюм Prada Candy. Я знаю, что многие его просто обожают. Это, наверное, это их бестселлер, наверное, скорее всего, насколько я знаю. Я нюхала как-то этот парфюм, он мне нравится. Но я уже не помню, как он пахнет, поэтому давайте откроем и убедимся, что он классный вместе. Ну, как бы candy называется, что значит конфета, да, то я как бы думаю, что он, наверное, сладенький такой. Так. Ждем. Вы пока рассказываете, как у вас дела, как настроение. Мы уже практически, что у нас, октябрь, да, заканчивается. Практически мы очень быстро приближаемся, на самом деле, уже к рождественским даже праздникам, да, к зиме. Погода у нас пока хорошая, ну, как сказать, хорошая. Дожди часто идут, но если никуда идти не надо, то это классно. Дома посидеть, книжечку почитать, да, что-нибудь посмотреть. Это завсегда. Итак. Да, очень-очень сладкий запах. Этот запах мне нравится, но он не самый мой любимый далеко. Но я как бы вполне себе могу его с удовольствием носить, но большую бутылочку я бы не стала покупать, скажем так. Вот. Следующий, второй парфюм у нас от низшего уже парфюмерного бренда Rosy Jane. Вот. Так называется Rosy Jane бренд. Смотрите, какая прикольная упаковка. У меня на самом деле есть целый сет, что называется Discovery Set, то есть со всеми их парфюмами в маленьких упаковочках. Он у меня еще пока лежит, я его еще не пробовала. Ну, я нюхала их, но как бы так, чтобы носить, я их не носила. Вот, поэтому это у них какой-то, может быть, даже... Вот я не помню, это новый похожий аромат, он называется Layla Lou. Это чистый парфюмерный бренд, то есть он безо всяких гадостей добавленных. Проблема с чистыми парфюмерными брендами часто является следующая. Они не стойкие, но на самом деле меня всегда удивляют бренды чистые, которые вот я вам уже как-то мы нюхали с вами бренд Fleur, он тоже чистый, но он настолько стойкий, он прям целый день на мне держится, в отличие от, например, того же бренда Clean, да, который я чисто дома использую, потому что он просто как бы на мне 10 минут остается, и потом уже как будто я не душилась совсем. Вот, давайте тогда попробуем этот именно аромат от Rosy Jane. Что тут пишут-то? Так, груша, жасмин и свежескошенная трава. По этому описанию, либо он мне очень понравится, либо он мне совершенно не понравится. Давайте пробовать. Ух, много выпроснулось. Так, ждем. Да, поэтому, когда я вижу, что на парфюмерном бренде написано clean, чистый, я всегда сомневаюсь, будет ли он на мне стойко держаться. Вот, такая проблема. Нет, не мой запах, он как бы ничего, он такой приятный, но он очень-очень свежий. Я предпочитаю все-таки запахи
сладкие такие, которые я хочу съесть, так скажем. Или есть очень классные вот у Ателье Колон цитрусовые всякие такие ароматы, тоже прикольные. Вот, но этот как бы не то, что не совсем в моем вкусе. Ну да, как бы этот, нет, не фанат. Так, ну что, идем дальше. Первый продукт, который мы будем сегодня пробовать, от бренда Josie Maran. Напишите мне, продается ли он на вашей Sephora. И это мне интересно было попробовать. Это такое средство для лица. Оно как бы средство-иллюминатор. То есть, сейчас давайте откроем и посмотрим, как это выглядит. Это что-то типа пудры, я не буду вас, зеркальное отражение, потом я не буду вам показывать упаковку, в общем, он признан просто, его, вот, я так понимаю, наносишь на, давайте сделаем сочек, вот так вот выглядит просто, да, и он, да, это как пудра, но и она как бы с мелкими, не то чтобы даже блесками, она как бы такое сияние должна придавать. Вот, вы его даже не увидите, наверное, на руке ничего. Давайте его сейчас попробуем. Вы знаете, я люблю пудровую основу, а если она нам придаст сияние здоровое и минимальный сделает покрытие хотя бы, то вообще будет супер. Я, кстати, забыла вам сказать, я сейчас на себя в зеркало посмотрела. Я не думала, что я сегодня буду снимать Sephora, поэтому я тестила, как бы сделала наводную линию, карандаш от Urban Decay, вы знаете, что я вам постоянно их рекомендую, эти карандаши для глаз. Этот у меня в черном цвете, я никогда в черном цвете, мне кажется, не пробовала. И этот в цвете Perversion, это у них самый классический бестселлер цвет, вот так вот, да. Вы просто, как бы вот, я смотрю, он такой кремовый, он такой супер черный. Я такого черного карандаша, вот смотрите, вот он просто как бы... Вот, просто как бы нереальный. Я должна, правда, посмотреть, будет ли он держаться на водной линии, потому что я вам уже говорила, что на водной линии у меня плохо карандаши держатся. Мне кажется, у меня какая-то слезливая какие-то глаза, и поэтому вот такая проблема есть. Поэтому я его протестю, потом вам скажу, как он держался. Дальше, чтобы использовать вот этот вот иллюминайзер для лица, мы будем использовать вот эту вот IT Cosmetics щеточку. Она как раз специально для foundation. Она полностью запечатана. Сейчас я ее открою. У IT Cosmetics очень хорошие кисточки для лица. Правда, они и очень дорого стоят, к сожалению. Поэтому, если, может быть, вы на распродаже на какой-нибудь найдете их, тогда да. А так, конечно... Что-то мне не очень хочется каждый раз платить за такие дорогие щетки. Ну, прикольно, да, как бы в отдельной упаковке все такое. Так, эта щетка для лица называется Heavenly Lux номер 6. Вот так вот. Здесь описание. Очень-очень мягкая. Ну, вот такая вот идеальная щетка с плоской поверхностью, идеально для нанесения тональных основ. Так что давайте попробуем эту именно... Воу! Смотрите, она как сыплется вообще сильно. Так. Да, вот я прям сразу вижу, что у меня, мне это средство придает прям сияние. Вы видите, у меня уже лоб сияющий стал. Не знаю, хорошо это или плохо. Для тех, кто не любит, опять же, матовое тональное, вернее, любит матовый эффект, это средство не для вас, дорогие друзья. Так. Вообще люблю такие средства, знаете, one and done, что называется, то есть как бы вы нанесли и все, как бы одно средство, и вы уже выглядите лучше, и вы уже выглядите свежее, и вам ничего больше не надо, вам не надо ни пудры никакой сверху, как бы 10 шагов не надо делать. Я вечно вам уже говорила, опаздываю, поэтому мне чем проще, чем быстрее, вот так вот как бы... одно средство, и все, и побежала, как бы ты уже все равно, в любом случае, выглядишь лучше и здоровее, да, вот, ну что, да, супер, смотрите, такой нам немножечко такого блеска придал, но я боялась, что будет слишком блестящий, типа как хайлайтер, да, но нет, он все в меру,
Все в меру, да, вот. Очень красиво и здорово. Я не уверена, перекрыл ли он какие-то минимальные даже косячки, но ничего, как бы текстуру не подчеркивает, все выглядит хорошо, свежо и натурально, поэтому этому средству зачет. Это называется, сейчас я вам еще раз покажу, от Josie Maran. Такой вот, как это называется, органовый Enlightenment Illuminating Veil, как бы вуаль. Так что вот. Так, ладно. Идем дальше. Значит, смотрите, следующим делом мы будем пробовать бронзер. Это знаменитейший, у меня такая вот миничка от Benefit, это их бестселлер Hoola бронзер, да? Я не помню, мне кажется, никогда не пробовала, если честно, бронзер от них. Сейчас мы его попробуем открыть и нанести бронзер. Я знаю, что все его обожают, поэтому он не может быть плохим. Ой, какой хорошенький, маленький, смотрите какой. Вот, это, мне кажется, мне приходил с какой-то, с каким-то заказом бесплатно по промокоду, наверное. Матовый бронзер, да, Hoola, все, все дела. Вот он какой. Ой, какой. Что-то он какой-то светлый. Ну, давайте попробуем. Я приготовила кисточку от Billion Dollar Brushes. Это которая мне в BoxyCharm приходила. И сейчас мы попробуем. Кисточка больше, чем сама эта маленькая штучка. Ну вот, давайте нанесем. А вы какие-то вообще, друзья, сериалы сейчас смотрите или нет? Напишите мне, пожалуйста. Я знаю, что у вас есть Netflix. И наш друг из России написал, что Netflix стоит... Что там подписка месячная стоит 500 или 600 рублей, да? Напишите, так ли это на самом деле. Или он нам наврал. И подписаны ли вы на Netflix? Или вы, например, скачиваете бесплатно какие-нибудь торренты, там, знаете, как у нас водится. Вот. Мне было бы интересно узнать. Так. Что-то я не уверена на этой, насчет этой щетки, как какая-то она немножечко слишком мягкая. Так, Hoola, ну что? Согласны мы с большинством или нет? Нравится нам эффект от Hoola? Подчеркиваем скулы. Так, ну что? Мне кажется, очень хорошо. Скулы подчеркнуты, да? Как бы контур лицу мы придали. Все выглядит очень естественно и хорошо. Распределился прекрасно. Никаких... нигде никаких пятч. Пятч, да, это как бы... Ну, пятнами когда идет... Вот, супер, не зря этот Hoola бронзер считается любимчиком у большинства бьюти-юзеров, поэтому вот. Так, ну что, дальше у меня такой продукт, хайлайтер, который луз, то есть это не пудровый хайлайтер, а вот именно, как бы, луз, это как сказать-то? В общем, сейчас я вам покажу. Это от бренда Artist Couture. Тоже напишите, продается ли он на российской Sephora. Это очень-очень крутой бренд. И у меня сейчас, я пользуюсь хайлайтером, тоже таким же луз, только в другом цвете. Уже давно. Его хватает на очень-очень долго, поэтому... Не думайте, что если он как бы дорого стоит, то вы такие, ой, да его ненадолго хватит, лучше пудровую куплю. На самом деле, вот этих хайлайтеров, сейчас мы откроем, я вам покажу, как выглядит луз хайлайтер, да, его хватит на очень-очень долго, на самом деле. Вот эти хайлайтеры у них просто великолепные, друзья, они настолько finely milled, то есть, ну вот, как бы он, как пудра внутри, да, пудра внутри. Этот у меня в цвете Illuminati. Так, я приготовила кисточку для хайлайтера. Это у меня от SL Miss Glam. Буквально в Ipsy нам на днях приходила кисточка от этого бренда. У них шикарные кисточки. Всегда у них такие глиттерные как бы ручки. И здесь такие кристаллы. Это их как бы это тема такая. Они всегда так делают. Так, давайте попробуем.
Вот, сейчас вам покажу, как выглядит луз. Вот он, да. Он, конечно, такие хайлайтеры не идеальны в плане того, что они messy. То есть они как бы создают беспорядок. Я уже вам говорила в одном из своих видео. Но эффект просто великолепный. Сейчас давайте попробуем хайлайтер нанести. Вау! Ничего себе! Он просто... Блайндинг, посмотрите, друзья, вы видите, это же вообще, а он еще оказался такой желтенький, то есть он как бы на лето больше мне подойдет, конечно, сейчас это слишком как бы он теплый для меня, но на лето классно будет, на лето будет классно, сейчас он, конечно, немножечко оттенок уже не тот, потому что я такая бледная поганка, но у меня цвет кожи очень-очень белый. Зимой я не пользуюсь автозагаром, потому что зачем его, и так никто не увидит, правильно? Вот. Вау, ничего себе, ну прям вообще мы засияли не на шутку. Так, немножечко на носик нанесем. Вау, слушайте, ну это вообще, друзья, у меня тот, который не такой, вот который я сейчас пользуюсь, который не такой золотой, он, мне кажется, не такой сияющий, это вообще просто... Это же вообще, давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Немножечко его, даже может приглушить немножечко, а то это уже, даже я постесняюсь так пойти. Вот, ну ладно, слушайте, ну вы видите, да, это просто как бы сияние невероятное какое-то со всех сторон. На лето вообще крутой цвет, на лето. Сейчас, конечно, скорее нечем, да. Так, дальше. Ну, я не пробовала этот цвет, но я знаю, что, конечно, от Artist Couture очень крутые хайлайтеры. Так, дальше. Что у нас дальше? Дальше мы будем пробовать с вами тенюшку. Вернее, как? Это тенюшка, на самом деле, от Kat Von D в ее самом знаменитом цвете Лолита. Но, смотрите, эта тенюшка оказалась такого огромного размера, что я подумала, что мы ее можем использовать в качестве, так вот выглядит упаковка, в качестве румян тоже. Вот смотрите, какой цвет. Вот скажите мне, подойдет она в качестве, смотрите, какой красивый цвет невероятный. Как думаете, давайте рискнем попробовать ее в качестве румян тоже. И мы сделаем как? Мы сделаем, как обычно, румяна и сделаем ее на веки тоже, так как у нас сегодня нет с вами палетки попробовать, согласны? Но я боюсь, я вот от Эльф кисточку взяла, и вот чуть... О, она пигментирована прям совсем. Я боюсь, что я сейчас как нанесу, потом мы от нее не избавимся. Давайте попробуем. Слегка. А, нормально, нормально. Я думала, сейчас я как сделаю, у меня прям пятно будет бордовое на лице. Ух ты, как круто. Слушайте, ну это вот, смотрите, это мультифункциональный, получается, продукт. Я не ожидала, что она будет такая большая, когда я ее заказывала, да? Поэтому она как бы, я сразу как ее увидела, думаю, о, так ее можно использовать в качестве румян точно так же. Может, смело, она как бы не сильно так. Я думала, она реально будет намного больше как бы пигментирована, поэтому, думаю, надо осторожно. На самом деле, все в порядке, как бы, никакой, без паники, друзья, все нормально с цветом. Так, супер. Это в цвете Лолита, я вам уже сказала, да? Ее знаменитая, у нее помада самая знаменитая с этим оттенком Лолита. И... вообще, в принципе, это самый популярный и узнаваемый ее название ее продуктов. Так, нанесли. И дальше отдельную кисточку от Morphe приготовила. Мы сейчас сделаем еще на глаза в качестве тенюшки тоже. Вы, кстати, смотрели фильм «Лолита», вот тот, который... Какого там года? Что-то 90 какого-то. Очень крутой фильм. Это который классический. Если не смотрели... Посмотрите, очень-очень классный фильм. Лолита. По Набокову, да? И книжечка очень хорошая. Но сначала книжечку всегда надо читать, а потом уже по желанию фильм смотреть. Потому что книжка, друзья, как правило, все равно всегда лучше бывает, чем фильм. А еще вам хочу посоветовать, я не знаю, посмотреть или пересмотреть фильм «Небеса обетованные», друзья, я его
пересмотрела тут не так давно, буквально на той неделе. Я и посмеялась, и поплакала, и мне сгрустнулось так. Это просто, друзья, фильм о жизни. Но мне кажется, чтобы его понять, надо быть немножечко таким... То есть он не всем понравится, мне кажется, не все его поймут просто-напросто. Я такой человек, как бы... Я считаю себя человеком душевным, что бы это ни значило. Поэтому мне такие фильмы... Ну, слушайте, это же Рязанов и его звездный состав, поэтому у Рязанова практически все фильмы это шедевры, согласитесь. И его звездный состав: Ахеджакова, Гафт, Басилашвили. Ой, таких актеров больше не делают, друзья, к сожалению. И нам надо их ценить, пока они еще с нами. Так, ну что, очень красивый цвет, я что-то не поняла, у меня тут какая-то, то ли у меня тут что-то какая-то припухлость, и она не совсем растушевалась хорошо, то ли что, я не могу понять. Сейчас я еще наберу немножечко, чтобы поярче. Вообще цвет очень красивый, конечно. Слышите, да? Я вам рассказывала в видео, когда мы Ипси с вами снимали на днях, что как только я сажусь снимать, у меня все коты идут сразу в туалет по очереди и начинают зарывать неистово, чтобы все вы слышали и не забывали про их присутствие постоянное. В кадры они идти не хотят больше, но и чтобы вы их забыли, они тоже не хотят, не желают. Поэтому, друзья... Я прошу прощения за них, они бессовестно себя ведут совершенно некультурно. Так, ну что, очень хорошо, очень красиво, очень красивый цвет, согласитесь. Вот мы такой как бы монотонный лук создали с вами. Лолита нравится. Так, дальше. Осталось нам попробовать буквально всего ничего. Тушь. Помните, опять же, в Ипси мы получили с вами тушь от It Cosmetics, которая меня настолько впечатлила и поразила. Очень хорошая тушь, очень хорошая. И вот сегодня мы с вами попробуем их классику, тушь, которую обожают абсолютно все. Это называется тушь Superhero. У меня на самом деле есть эта тушь в большом размере, но я ее не пробовала, поэтому я решила, что закажу вот эту еще маленькую, да, и чтобы мы с вами могли маленькую попробовать, чтобы мне не пришлось открывать большую. Эта тушь как бы является их бестселлером точно так же, и все ее нахваливают так сильно, уж так сильно. Поэтому давайте попробуем с вами вместе, и мы с вами решим, и точно скажем, хорошая она или нет, правильно? Так, давайте, во-первых, посмотрим на аппликатор. Так, ну аппликатор мне нравится, смотрите. Он как бы такой удлиняющий вроде как, да? Сейчас я ее нанесу, это мне интересно смотреть, поэтому увидимся через пару секунд. Ребята, я нанесла тушь. Тушь по праву действительно считается классной. Мне она очень понравилась. Она мне придала длину, то, что я люблю. У меня ресницы довольно густые, но они не длинные. Хотя вот с приемом коллагена они становятся длиннее и длиннее день ото дня. Поэтому я его и принимаю. В общем, очень хорошая тушь, но она как бы больше, конечно, удлиняющая. То есть объема она сильного не дает. Но вот опять же я вам говорю, что это то, что нужно мне, поэтому мне эта тушь очень понравилась. Так, ну что, осталось попробовать нам буквально один продукт. И, ну какой, друзья, ну какой? Угадайте, от какого бренда моего любимого, даю вам подсказку. Начинается на F. Правильно, это Fenty Beauty. Это вот такая вот маленькая миниатюрная помада от них, и она в цвете, который как не вообще, как это сказать-то, очень, кстати, подходит к нашему сезону, и вообще, в принципе, это в ее серии Mademoiselle, вот эти плюшевые матовые помады, да, и это в цвете Гризель, да. И вот так вот прикольная такая упаковка. Сейчас я вам покажу, как выглядит этот цвет, и вы поймете, что я имею в виду. Она, у нее всегда помада, у нее гравировка FB. Видно вам или нет, не могу понять. FB на всех помадах. И вы видите, какого она цвета. Она такого темного-темного, такого фиолетового, такого очень подходящего оттенка. Сейчас мы ее нанесем.
И я знаю, у меня есть как бы другие цвета ее вот этих помад. Формула просто шикарная. Она настолько пигментированная, друзья. Я вам сейчас покажу. Вы офигеете просто. Она просто вот... О, боже, какой красивый цвет. Это винный такой цвет, смотрите. У меня... Я буквально на днях... какую же я... Я когда делала фото для ASOS видео, у меня на губах была вот такая же помада от нее в цвете... Candy Venom, по-моему, розовая такая, вообще, она такая пигментированная, просто обалдела, когда ее нанесла. Так, ну что, давайте, поехали. Кстати, карандаш вот этот от Urban Decay, черный, он вроде как пока хорошо держится. Ну, вы понимаете, да, то есть это вообще сразу, моментально. Друзья, прошу прощения, выключилась камера, уже долго снимаем, как всегда, да? В общем, смотрите, какой потрясающе красивый цвет. Цвет оказался красивее, чем я думала, чем я предполагала. Надеюсь, вам тоже нравится. Будьте уверены, увидите в ближайших видео еще эту помаду на мне снова и снова. Мне нравится эта формула. Она, конечно, как бы очень сильно матовая, поэтому она немножечко все равно сушащая, правильно? Но мне очень нравится, что она такая opaque, что называется. То есть... покрытие у нее невероятное просто. То есть один свайп, один раз вы мазнули, все, у вас уже полностью цвет закрыл губ. То есть это вообще просто невероятно. Очень классная помада, очень классная формула. Fenty Beauty, ну, я уже 10 раз говорила, что я очень удивлюсь, если Fenty Beauty какую-нибудь какаху сделает, да, а не классный продукт. Так, ну что, все, это все на сегодня. Давайте быстро сделаем... Recap, что называется, то есть выводы быстренько, да? Prada Candy, хороший запах, не купила бы в большом варианте. Этот вообще не мой, от Rosie Jane. Так, помада шикарная от Fenty Beauty. Карандаш держится очень хорошо от Urban Decay, но у них, в принципе, эти карандаши хорошие. Дальше, кисточка от It Cosmetics шикарная, тоже никакого удивления. Так, вот эта Лолита тенюшка-румяна тоже хорошая. It Cosmetics тушь вообще зачет. А вот эта пудра, да, которая пудра-иллюминайзер, которая для лица, просто восторг. И хайлайт, сами видите, но он больше на лето. Это чисто этот оттенок на лето больше подойдет. Ну и бронзер Hoola. Тоже просто, а таз какой хороший. В общем, все, друзья, вроде бы ничего я не забыла. Пишите ваши комментарии, мне будет интересно почитать, что-то вы пробовали из этих продуктов или бы хотели попробовать, как всегда, дайте мне знать. Вот, а я желаю вам всем прекрасного настроения. Пишите, будете ли вы праздновать Хэллоуин или... может быть, виртуальный Хэллоуин по Зуму, да, вот это сейчас тема популярная. Это, кстати, классная идея, все, чтобы оделись костюмы, чтобы все-таки был вот этот вот шанс, да, выгулить свой костюм, если он у вас есть. И потому что, знаете что, некоторые начинают эти костюмы за год до покупать, поэтому, наверное, так у многих людей получилось в этот раз, что они уже подготовились за год до Хэллоуина, и вот так вот вышло, что в этот раз, конечно, облом полный у всех наступил. Поэтому дайте мне знать, и не забудьте подписаться, конечно же, мне очень приятно, что вы подписываетесь, добро пожаловать всем новым подписчикам, спасибо вам большое, что смотрите меня, что находите время в вашем занятом дне, да, для таких вот моего контента, так скажем, мне это, я это ценю, и, конечно же, подписчикам, которые остаются в нашей замечательной компании, тоже отдельное спасибо. Ну все тогда, друзья, увидимся в ближайшем будущем, хорошего вам настроения, и уже совсем скоро выходные, так что увидимся в ближайшем будущем, пока-пока!